В одном из многоквартирных домов Десногорска сотрудники полиции обнаружили наркопритон. Жители не догадывались, что у них за стеной гости одного из соседей употребляют и изготавливают запрещенные вещества. Вата, растворители, шприцы. У нормального человека такое сочетание не вызовет ничего, кроме недоумения. Чего не скажешь про наркозависимых. Для них это прямой путь в забытье. Хотя для некоторых и процесс не важен. Главное – результат. Что изготавливали? Мак. Какой процесс изготовления? Я как бы не знаю процесс изготовления. То есть готовил кто-то из... Да. Наркопритон был обнаружен сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Десногорску. Ими же было установлено, что помещение своей квартиры наркозависимым лицам предоставлял ранее судимый 36-летний местный житель. В ходе обыска, в котором участвовали сотрудники специального силового отряда «Гром», были обнаружены и изъяты использованные шприцы с остатками наркотического средства. Согласно результатам экспертного исследования, изъятое вещество является наркотическим средством «маковая солома». Кроме того, в квартире задержаны двое граждан, потреблявших наркотические средства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи Уголовного кодекса, организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание, которое грозит задержанному – лишение свободы на срок до 4 лет, пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.